Всем привет! Сегодня у меня обзор на модель, сборную модель из «Игры престолов». Это у нас существо, вихт. Вихты – это ожившие трупы людей или животных, созданные с помощью магии. Вихты полностью были подчинены воле их создателей. А сейчас хочу вам представить обзор на новинку от компании 7, модель под номером 16203. Это у нас вихт, существо. Первое, что мы видим, красивый красочный боксарт, коробка из плотного картона. Далее в коробке у нас два пакета с ледниками. В одном пакете у нас, получается, идет сами ледники и подставка. Далее у нас красивый плакатик небольшой, формата А4, можно повешать на стеночку, и инструкция. Инструкция у нас тоже листочек А4 с двух сторон. Сейчас посмотрим с вами подробнее инструкцию. На инструкции у нас показано на лицевой стороне два ледника с номерами деталей и краски, которые необходимы для краски данной модели. С этой стороны у нас непосредственно сама сборка модели. Дальше наш плакатик небольшой. Можно немного украсить свою комнату, повесить ее на стенку. Кстати, смотрится очень прикольно. Глянцевый, односторонний глянцевый плакат. И наш пакет с ледниками. У нас получается там подставка идет и сам ледник с деталями для сборки данной модели. Хотел бы обратить внимание на качество данной модели. Далее вы можете очень посмотреть, подробно будет показана каждая деталь. Но перед тем, как я скажу про качество, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Качество модели очень хорошее, будет это очень хорошо видно, пролиты детали очень хорошо, лицо, руки, все эти кости, ребра, пролито очень классно, шикарно. Далее еще раз приближу видео на все ледники подробно, все эти кости. Необычная, кстати, очень модель, очень прикольная. Я, кстати, очень много уже кто ее ждал, выхода именно этой модели. Я читал и на форумах, и в группах во ВКонтакте, у нас в группе писали. Вот непосредственно подставка, и дальше пошли у нас ледники. Оружие у него получается топор, и сами его части тела. Проливка очень хорошая, очень качественная, у компании 7 вообще очень качественное литье. Пластик очень приятный в обработке, серого цвета. Он такой не хрупкий, не ломкий, ну, приятный в обработке, думаю, вам понравится. Модель будет, количество деталей не очень большое, поэтому данная модель не составит труда собрать как новичку, так и опытному моделисту. Ну, а далее посмотрите, не забывайте поставить лайк, приятного просмотра. И, пожалуйста, оставьте комментарий под видео, что бы вы хотели слышать в наших остальных обзорах.